Здорово. А как дела, Игорек? Я знаю. У Леклера как дела? А что с ним? Что-то тяжелое? А? Блядь, пиздец, блядь. Я в ахуях, ебаный в рот. Как вы так умудрились, блядь? Ебаный в рот. Короче, я вам одно скажу. Нахуя вы поперлись туда, в Ахмат, блядь? Вы чё, блядь? Вот так вот, блядь. А с Леклером у тебя вся связь есть? А, и что сейчас дальше? Больница, потом да, домой, потом ну, обратно, что ли, поплетесь нахуй туда? Я в ахуях. Пятиэтажку, блядь, как я слышал, вы брали 4 дня. Неужели вы же на войне были? Вы же знаете тактику, блядь, как двигаться, блядь. Что, как делать, блядь. Неужели нельзя было в третьи, четвертые этажи с граников сжечь, там, арту подключить, артой разъебать, а? А Леклер, как он умудрился, что его так посекло? Он тоже был с тобой? И чё потом? И чё Леклер туда с группой заходить начал? И чё? Это в каком город, многонаселенный пункт вы его брали? Взяли хоть или нет город? И, короче, и как он умудрился, чтобы Леклера такая ранила, блядь? В ягодице, да? Я на вас обоих злой, нахуй, потому что вы, блядь, поперлись в этот, в Ахмат. Этот один день, я не знаю, недели полтора-два назад, ко мне флажок звонил, номер, говорит, Леклер опросит его. Я говорю, отдай. А что ты не отдал? Он же, говорю, свой парень. Я думал, он перезвонит. Так и не перезвонил, блядь. Вы, пиздец, нахуй, демоны, поперлись, ну... Лучше бы вы в молитву приехали бы, блядь. Пиздец. Давай тогда этот... Я понял, выздоравливайте. Сейчас я выходить должен. Если что, пусть Леклер ко мне перезвонит, блядь. А то я волнуюсь, нахуй. Я как узнал эту хуйню, блядь, я думаю, пиздец, блядь. Да я понимаю, но, блядь, это... Хорошо, что живы остались. Ясно. Я понял. Давай тогда вечерком созвонимся и передай Леклеру, пусть ко мне перезвонит, как у него будет вот время. Давай, берегите там себя, ё-моё. Давай.